Какая необычная штуковина от Trixie? Это груминг под номером артикула 2429. Что же это такое? А это своего рода вычесывающая щетка, либо вторая сторона ее приспособлена для того, чтобы убирать лишнюю воду с шерсти. То есть смотрите. Мы берем за эти кожаные ручки и вычесываем, например, собак с диким типом шерсти. Также она неплохо подходит для лошадей. И именно вот та часть, которая с зубьями, подходит для вычесывания. Мы ее переворачиваем. И вот этой плоской частью, которая без зубов, эта плоская часть помогает удалить воду из шерсти. Либо, может быть, под шорстку, если вдруг туда попало, у животного. Также, в принципе, подходит для крупных типов животных. Мне кажется, что для большинства вот такого дикого типа шерсти животных производитель рекомендует использовать ее для больших участков на теле животного. Этот инструмент позволяет очистить шерсть. Хорошо. Этот инструмент. Мотор. Этот инструмент позволяет высушить быстро шерсть собаки и очистить ее от лишней грязи, что так актуально осенью и весной. Ну и зимой, соответственно. Ну, зависит от того, какая в этом году будет зима, конечно же. Это Trixie, это немецкое качество. Вы все это прекрасно знаете. Ура, похлопаем.